Это наващивание с помощью катка. Для начала смачиваем лекало, чтобы вещина не прилипала и легко отделилась, когда будет уже на проволоке. Берем вощину, ложим на лекало, по нижнему краю подгоняем. Вот здесь, тут ровно, да, тут там ровно. Ложим сверху рамку. И каточек, у нас есть холодная водичка и теплая, ну почти горячая вода. И каточком сейчас сдавливаем проволоку в вощину. У нас Андрей левша, поэтому ему удобнее вот так вот делать. То есть есть ручка для пальцами придерживать, чтобы ровно было. Канавочка тут для проволочки. Ага, есть канавка для проволоки. Вот. Теплым подсмотрели в одном из видео про наващивание и попробовали сами, когда реально каток теплый, разогретый, гораздо эффективнее все происходит. Так, ну и еще одна проволока. А еще смотрите, какая ситуация. Мы оставляем, ну, вощина, вы знаете, немного меньше, чем сама рамка. Мы оставляем вверху пространство. Ну, покажи, как получилось. Сняли. Вот, отлично, все закрепилось. Мы оставляем пространство вверху, потому что, говорю, ну, по советам опытных пчеловодов, говорят, что лучше пчелы тянут вощину. Когда, ну, лучше сверху оставлять это пространство, быстрее будет оттянуто, чем если снизу. Вот снизу у нас все ровненько.